И последние в Айхале завершились гастроли Московского театра Music Hall. В рамках тура артисты уже побывали в Якутске, Алекминске, Мирном и Ленске. В комедии «Страсть Аполлона» остались ли довольны зрители в Айхале, узнали наши коллеги. Айхальцы наблюдают за похождениями двух друзей-аферистов. Один из них влюбился в дочку богача, которого они пытались обмануть. На представлении во Дворце культуры «Северное сияние» собралось 300 зрителей. Спектакль в добрых традициях итальянской драматургии никого не оставил равнодушным. У нас как бы здесь в Айхале не так часто это бывает, поэтому мы очень довольны, что есть такая возможность увидеть таких ярких артистов. Ирина Лачина, известная по фильму «Экипаж», сыграла роль Дафны. Театральные постановки знаменитая актриса предпочитает ролям в кино. По ее мнению, именно театр дает актеру возможность оттачивать свои профессиональные навыки. Без театра актер не может полноценно существовать в профессии, потому что театр – это лаборатория, где на протяжении нескольких часов полностью ты создаешь образ, и твой образ зависит от тебя и от партнеров, и он рождается непосредственно на глазах у зрителей. В Айхал артисты прибыли уже вечером, перед самым выступлением. Не теряя времени, приступили к репетиции. Теплый прием местных жителей пришелся им по душе. Мы вот сегодня приехали буквально за час до спектакля, вот, ну так вот проехались, очень милый, симпатичный городишко, и что говорить о зрителях, то тут, в общем, даже не слов, потому что очень теплые, открытые, очень искренние зрители. И жаль, что нет таких зрителей в Москве, потому что Москва, при всем том, что она избалована театрами, она, конечно, не настолько театральная, настолько открытая, как вот этот ваш зритель. Московский мюзик-холл – не репертуарный театр. Здесь нет постоянных актеров и стабильного набора спектаклей. Чаще всего он ставит музыкальные комедии, классические и лирические драмы. Айхальцы познакомились с театром в прошлом году на премьере пьесы «Заложники любви» с Александром Панкратовым-Черным в главной роли. В первую очередь очень благодарны и акционерной компании «Алроса», авиакомпании «Алроса», которая идет нам на многие, так сказать, навстречу. По возвращении из гастролей актеры примутся за работу над новыми пьесами. Их названия пока не разглашаются. Порадовать айхальских любителей театра своими постановками московские актеры собираются и в следующем году. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».